нашої студії вже доєднався Дмитро Чеканов, лікар дитячий хірург. Доброго ранку. Дякую, що завітали до нашої студії. Просто шквал запитань до вас, але перш ніж ми отримаємо на них відповіді, хочу запитати у вас все ж таки, що таке апендицит? Доброе утро. Острый аппендицит, как это не банально, это гнойное воспаление червеобразного отростка. З якого боку він розташовується, от апендикс у дітей, да, якщо можна його так називати? В подавляющем большинстве случаев, наверное, в 95% он располагается справа внизу живота. Но каждый человек по-своему уникален, есть особенности, в том числе и локализация аппендикса, он может располагаться где угодно, и под печенью, и слева, и в тазу. Но в большинстве случаев это, конечно же, справа внизу. Угу. Давайте більше анатомії, да, розбиратися. От ми вже, як діти, народжуємося, вже маючи цей апендикс, правильно? Потім ми маємо його запалення. В чому причина? Чому так стається, що там, наприклад, у 5 років, у 6 ми маємо такий процес, як гострий апендицит? Прокоментуйте, чому так? Да, конечно, ми всі рождаємося з апендиксом. Аппендицит случается далеко не у всех. Есть куча теорий возникновения аппендицита, но достоверно ни одна из них не подтверждена и не является доминирующей. То есть может быть как один случай возникновения аппендицита, так и другой. Первый – это обтурация, допустим, камнем или инородным телом. Второй – это воспаление лимфоидной ткани, которая распространяется на весь отросток. Почему случается, на этот вопрос вам никто не ответит. Давайте примем как факт то, что аппендицит имеет место быть, и это очень опасная штука. А чи може людина все життя прожити, не видаливши його? Да, конечно. Полно таких случаев. Так, у нас є запитання від глядачів, я паралельно буду вам їх зачитувати. Зокрема, ну, таке цікаве запитання, чи може бути виникнути аппендицит через багато вживання насіння, чи ні? Ну, это какая-то бабушкинская версия. Нет. Не може бути. Добре, ще таке, які симптоми апендициту у дітей? Давайте, найголовніше, будемо розбиратися. В першу чергу, це боль в животі. Як її не переплутати з якоюсь іншою болю? Тому що от і в мене там є племінниці, в них щодня болять животи. Як зрозуміти, що мова йде про апендицит? В этом-то и самая большая проблема в диагностике аппендицита. Его называют хамелеоном брюшной полости. То есть под всеми болями в животе может маскироваться острый аппендицит. А проявляться он может под маской любых других заболеваний, таких как нижнедолевая пневмония, мезоденит, прободная язва, хамелеон. Угу. Ну, якщо дитина до вас приходить і говорить, що в неї болить живіт, як нам з'ясувати, що це? Може, ще є якісь симптоми чи ні? Ну, давайте я начну ще раз. Діагностика апендицита крайне сложна. В домашніх условиях ніхто це не должен делать. Це удел спеціалізованих больниць і дітських хірургів. К нам обращається достаточно много дітей з болями в животі. Процентів 10 з них ми вынуждены госпіталізувати з подозрением на апендицит. І лише 3-5% случаев. В результате мы имеем острый аппендицит, который подлежит оперативному лечению. То есть, если составить какой-либо протокол или алгоритм действий при болях в животе, первое, не нужно поднимать панику. То есть, боль в животе бывает достаточно часто. Настораживать должна длительная, постоянная, монотонная, ноющая боль, локализующаяся в районе пупка. Потом она может сместиться в правую подвздошную область, то есть вниз и вправо. Если такая боль продолжается более 3 часов, это повод приехать к нам, к детским хирургам. Также может возникнуть, и часто возникает у детей, рвота, быть тошнота, отказ от еды. И быть температура в пределах 37-38 градусов Цельсия. Угу. А це вже ближче. Чи є якісь передвісники апендициту, чи ні? Ну, наприклад, якщо ми хворіємо грипом, там у нас напередодні болить горло або починається нежить. В даному випадку є щось таке, чи ні? Нет, это очень коварное заболевание, оно не имеет ни предвестников, оно может случиться у каждого в любое время, может быть на фоне полного здоровья, может быть на фоне какого-то другого заболевания. У нас был ребенок, который лежал в лор-отделении и лечил какую-то свою патологию, получал антибиотики, и у него на этом фоне все равно случился острый аппендицит. Сколько можно проходить с запаленням? Діти ж вони різні, не завжди хтось жаліється, наприклад, на біль, так, що вона там гостра, хтось забуває про це, ходить. Оскільки можна проходити із запаленням? Опасне состояние починається після суток, спочатку болей в животі. Угу. Тобто це вже случається
повреждение отростка с его перфорацией, что в народе называют отросток лопнул, с возникновением осложнения в виде перитонита. Еще хочу сказать, что в достаточно частом количестве случаев аппендицит протекает нетипично, то есть он начинается со сглаженных болей, он не имеет той температуры, не имеет той клиники. И порой даже мы, врачи, не всегда его можем увидеть сразу. То есть ребенка нужно поместить в наш хирургический стационар, периодически его смотреть. А по большому счету, даже сейчас, в 21 веке, достоверных методов диагностики острого аппендицита нет. Я сторонник, конечно, современных технологий, УЗИ, но УЗИсты не видят аппендицит, он не ставится. Мы не намного ушли в диагностике острого аппендицита от, скажем, 60-х годов прошлого століття. Нічого собі, то ми залишаємось на цьому рівні і нічого такого нема, щоб діагностувати? Да, в наших реаліях так і є. В развитых странах, конечно, немножко все по-другому. Там для диагностики острого аппендицита, помимо клиники, то есть проявления аппендицита как таковых и осмотра врача, который проводится с какой-то периодичностью, там раз-два часа, причем желательно, чтобы это был один и тот же врач с привлечением дополнительного специалиста, ну, там ставят диагноз на основании МРТ, но мы себе такое удовольствие позволить не можем. Мы остаемся один на один с аппендицитом, с больным, и вынуждены на своей интуиции, на своих знаниях, на своем опыте ставить этот диагноз. Цікаво, звучить на інтуїції. Добре, якщо дитина поскаржилась на біль у животі, що робити до приїзду швидкої? Я вчора читалась на форумі буквально, хтось там прикладає теплу грілочку, хтось дає багато пити, хтось там постійно надавлює на місце болю. Прокоментуйте, чи варто це робити, чи ні? Чи просто чекати, поки не приїде швидка? Я, может, немножко поломаю стереотипы. Острый аппендицит, он не настолько острый, как кажется. То есть это стадийное заболевание, которое, в общем-то, относительно растянуто во времени. Паниковать, торопиться, что-либо делать родителям, думаю, совершенно не стоит. Особенно накладывать грелку, потому что если это такой аппендицит, то он лишь ускорит воспалительный процесс и убыстрит все процессы возможной перфорации. То есть то, что может привести к осложнениям, которых мы все боимся. Нужно померить температуру. Если ребенок хочет пить, попоить его, лучше не перекармливать. И не всегда нужно даже вызывать скорую помощь. То есть тут не нужно с мигалками мчаться через весь город срочно к хирургу. То есть если это начало болей, то время есть, нужно не спеша собраться, оценить свои силы, приготовить вещи и не спеша приехать к нам в больницу. То есть если случается в 3 часа ночи, прямо хватать скорую, ну, не стоит. Щодо вашої інтуїції, у нас є коментар від глядачів, написали, що колись дівчинці теж були підозри на апендицит, зробили операцію, насправді там не було ніякого запалення. І від цього дуже мама обурена на лікарів. Ну, навіть буває і таке. Так, да, звісно. Дивіться, обов'язково це має бути операбельним шляхом, правильно? Апендектомія, якщо я не помиляюсь, видалення апендициту, чи ні? Так, да, звісно, лічення апендицита однозначно оперативне. Техники, методики операции существуют разные, смысл у них один – устранить патологический процесс, то есть удалить сам червеобразный отросток. Это можно сделать классической аппендэктомией, можно сделать лапароскопически. Но... У нас роблять лапароскопическое. Да, конечно. Так. Угу. Достаточно давно, уже лет 10, как эта методика у нас применима. По поводу других альтернативных методов лечения, ну, развитые страны могут себе позволить лечить антибиотиками резерва, таких как Миронем. У нас это все невозможно. Есть куча документальных подтверждений в современном мире с высоким уровнем доказательности, что антибиотики мощные могут подавить воспалительный процесс в аппендиксе, но не всегда. Навіть дослідження проводилось в цьому напрямку, да, конечно. І успішні. Да, 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 конечно. І Америка, і Європа вже починають діяти по такому протоколу, но не повсеместно. Ну, не всі можуть це дозволити. Як ви думаєте, у нас буде таке чи ні? Ну, будемо оптимістами, буде. Читала, що апендикс, він має бути в організмі, тому що він непогані речі робить для імунної системи. Прокоментуйте, це так чи ні? Апендикс... Чи потрібен він взагалі, чи не потрібен? Хтось все життя живе з ним, в когось він запалюється, видаляють. Що це відбувається? Да, звісно, апендикс називають міндаліною брюшної полості. Тобто це мощний орган иммунокомпетентный. Там находится лимфоидная ткань, которая отвечает за иммунитет. Однозначно он нужен, и просто так удалять его не стоит. Если комментировать ваш вопрос по поводу, что кому-то удалили, а его не было, ну, взвешивая риски, есть аппендицит или нет,
то мы всегда берем в сторону худшего состояния, если есть аппендицит. Угу. Для этого есть методика лапароскопия, когда мы можем малотравматично визуально оценить степень воспаления или вообще наличие его и принять решение, удалять или не удалять. Что такое хроничный аппендицит? Хроничный аппендицит, состояние имеет место даже в современной литературе. Периодически частые минимальные воспаления червеобразного отростка. Так как это иммунокомпетентная ткань, она реагирует на все воспалительные процессы брюшной полости. То есть там воспаление может поддерживаться, может утихать. Вот как, допустим, ну, неуместное сравнение, но как у нас будет горло миндалины. Но при хроническом аппендиците часто бывает стойкий абдоминальный синдром, когда болит периодически живот, и дети попадают к нам 3-4 раза в год, и иногда бывает, что мы удаляем отросток, и усходят все проблемы. Ну, хотя признаков острого аппендицита нет. Ну, ага, тобто вони 3-4 рази до вас звертаються, гострого нема, ви розумієте, що оперувати не потрібно, і відпускаєте таких дітей. Тобто таке може бути. Так, да, ми не зразу відпускаємо, вони лежать у нас. Ні, ну зрозуміло, я маю на увазі, да, що да. Без операції. Да. Є таке, чи є якісь ускладнення від аппендициту? Этого мы боимся больше всего. Конечно, давайте не есть. Давайте поговорим про це. Давайте. Когда, как говорят бабушки, аппендицит взрывается, но опять же это не происходит быстро, не происходит мгновенно, это не инфаркт миокарда, но тем не менее, когда это происходит, случается такая вещь, как перитонит. Это тотальное воспаление всей брюшной полости. То есть туда изливается содержимое просвета кишечника, которое содержит микроорганизмы, и мы по факту имеем гнойно-воспалительное заболевание, которое, скажем так, жизнеугрожаемо. Еще 100 лет назад французский хирург Мандор сказал: «Я боюсь двух вещей в жизни – Бога и перитонита». В общем-то, сейчас перитонита тоже стоит опасаться, несмотря на весь арсенал средств, медикаментов, мощных антибиотиков. Иногда это непрогнозируемое заболевание, на которое мы повлияем не в состоянии, увы. Зараз таке доволі дивне до вас запитання. Цікавлюся, чи можна по бажанню видалити апендицит, чи ні? Я, ну, не зовсім розумію, навіщо таке бажання має бути, але все ж таки, ну, дайте відповідь. Ну, думаю, да, що таке можливо. Иногда бывает, что мы лапароскопически оперируем какую-либо другую патологию брюшной полости, если мы видим минимально скомпрометированный отросток, то есть там наличие калого камня, ну или, грубо говоря, по нашим хирургическим критериям он нам как-то не нравится, то мы можем симультанно, то есть по ходу пьесы его убрать. Ну такого, щоб обратились, от удаліть у нас отросток, ми здорові, я ще не зустрічав. Такого не було, що, ну, я думаю, що може і буде. Звісно, буде. У новонароджених може бути аппендицит чи ні? З дуже маленьким процентом вероятності, але може бути. В принципі, аппендицит удел дітей від 3 до 15 років, до 3 років він достатньо рідкий. У новорождених він крайне рідкий, але тим не менше він зустрічається. Діагностувати його буде крайне складно. Ще таке питання. Найчастіше, чому по статистиці у дітей апендицит гострий? Чому, а не у дорослих? От ви самі чому сказали, там до 15 років? Ні, чому ж? У взрослих він теж достатньо зустрічається, просто він теряється на фоні інших патологій брюшної полості. А у дітей все-таки 80% хірургічних проблем брюшної полості – це такий острий апендицит. Просто если сравнивать с частотой других заболеваний, он самый, как бы самый актуальный и один из самых опасных. Потому что, как мы говорили, осложнение острого аппендицита достаточно опасно для жизни, их сложно лечить. Реабилитация после операции, как долго тривала? Если это не осложненный аппендицит, то в принципе в мировой практике на третий день пациент может идти домой. У нас это случается на 5-7 день. Є таке. І наостанок, я у всіх лікарів питаю, чи є якісь профілактичні методи для того, щоб уникнути запалення, чи ні? Чи це вже як вийде? Уви, ні. Немає профілактичних. Я вернусь к началу нашого розговору. Предотвратить аппендицит никак невозможно. Может случиться, и случается в самое неподходящее на то время, когда морально к этому никто не готов. И, к сожалению, это очень опасная вещь. Если, как мы говорили, в 15-20% случаев отросток располагается типично подреберно, в тазу или забрюшинно, порой детей привозят в запущенных состояний, и мы диагностируем аппендицит уже на этапе осложнения. То есть не когда мы поймали фазу, когда его можно удалить и об этом забыть, а когда это будет осложнение, перитонит, и, увы, это очень страшно. Я таке, підрозумовуючи нашу розмову, давайте ще раз симптоми, на що варто звернути батькам увагу, якщо діти прийшли і поскаржились на біль, для того, щоб не пропустити гострий аппендицит.
Появление болей в районе пупка. Через некоторое время смещение их вправо-вниз. Боль не носит острый спастический характер. Это монотонная, тупая, ноющая боль, которая во времени все-таки усиливается. Появление рвоты после появления болей, никак не перед. Субфибрильная температура тела, то есть в пределах 37-38 градусов. Отказ от еды для ребенка. І все це більше 3 годин повинно насторожити батьків. Зрозуміло. Я вам щиро дякую. Дякую за ваші відповіді. Лаконічно, чітко. Я думаю, що ми тепер розуміємо, про що йде мова, що це небезпечно і варто на це звертати увагу. Нагадаю, що в нашій ранковій студії був Дмитро Чеканов, лікар-дитячий хірург. Я дякую вам, що доєдналися.